классической серийной последовательности. Вот этот вот вариант снизу, сбоку. Разберем типовой вариант. Это когда максимальное количество сил участвует в ударах. Что я имею в виду? Мы знаем, что левый снизу типовой, мы об этом уже говорили, с весом тела на передней ноге. Мы говорили, что существует даже из кона бокса наш великий советский тренер Буренков, который именно так и его демонстрировал. Вес тела на передней ноге. Вращение происходит в левом тазобедренном суставе. Об этом надо знать. Поэтому будем считать этот вариант типовым, и мы будем бить этот удар именно так. Сейчас оговорюсь, опять возникает вопрос правой ноги. Спрашиваю, отрывается или не отрывается. Вот смотрите, ребята, поскольку это вариант типовой, сильный, и вес тела должен быть целиком на левой ноге, что мы знаем вот из физкультуры? И что спрашивают всегда тренеры у детей? Ты перенес вес тела полностью на левую ногу? Ребенок говорит, перенес, покажи. Что делает ребенок? Он поднимает ногу. То есть демонстрирует, что полностью вес тела на ноге. И поэтому, видимо, как это, эмпирические боксеры, вот профики, обратили внимание, я перечислял их, вот как Канело, Альварес, как мне нравится этот вот со сложной судьбой парень, который сейчас Маклеллан. Помните, да? Снизу удары, вес тела настолько полностью на ноге, что вот это не принципиально. Не заваливайтесь, линия плеч должна уходить. И все будет в порядке, вы не упадете. И что касается удара с передней руки, левый снизу. И тут возникает вопрос, как же бьется типовой боковой? Вес тела на правой ноге. И теперь вращение происходит в правом тазобедренном суставе. И вот эта вот так называемая перекачка, вот старое упражнение насос, вы, наверное, помните, кто занимался боксом в Советском Союзе, ну не только боксом, это упражнение было популярно, когда вес тела с ноги на ногу. И вот здесь смотрите, типовой удар снизу, вес тела на левой ноге, и типовой удар боковой, вес тела на правой. И вот мы должны сочетать это все дело. Я здесь, раз, два. Видите, здесь переношу. И очень важна, почему эта связка наиболее популярная? Потому что в основной ее форме это сильнейшая техника. То есть участвуют две сильные техники. Левый снизу основной и левый боковой основной. И поэтому эта последовательность серийная, она такая популярная в боксе. Как последовательность серийная еще какая у нас есть? Раз-два, раз-раз-два, раз-два-три. И вот это одна последовательность, которая ну, вот, входит вот, как бы, в череду этих вот знаменитых, ну не знаю, основных последовательностей, которые надо изучать. Вот именно вот в такой вот манере. Вес тела впереди и вес тела на правой ноге. Спасибо.